всем привет! На днях прошел чемпионат по бодибилдингу «Мистер Бугласан». Я нашел двух ребят, которым я сейчас собираюсь помогать с последующими их выступлениями. Это Хосе и Стив. I need simple underwear. Yes. Where is that? Nice. Мы уже здесь, да, как вы заметили, это обычный торговый центр, и соревнования будут проходить тут. Хосе, которого вы видите сейчас на экране, я его встретил недели две назад, узнал, что он готовится к этим соревнованиям, и решил ему помочь подвестись, так как в то время, когда я начинал соревноваться, когда я первый раз выходил на сцену, мне особо никто не помогал, мне вообще, вернее, никто не помогал, я видел видео какое-то, нашел на Ютубе, по-моему, оно и вообще его показывали по телевизору, как молодой парень готовился к соревнованиям, грубо говоря, скопировал у него диету. И, в общем, готовился я тогда без применения каких-либо препаратов. И так же, как и мои ребята, они сейчас вышли, ни Хосе, ни Стив не принимают стероидов. Я даже не знаю, сколько Стив по времени занимается, потому что форма у него еще не соревновательная совершенно. Но я думаю, что если есть желание, то будет результат. В последующем я вам буду показывать наши с ними тренировки. Буду показывать, что мы будем есть, как я их буду диетить для набора мышечной массы, для достижения рельефа. Какие-то там нюансы буду показывать. Ребята гримируются все с тем же Джантана, я не помню, как он называется, но я помню, его запретили в 2010 или 2011 году, это как раз первый раз, когда я выступал, и я его купил, в итоге мне его пришлось потом выкинуть или отдал кого-то, я не помню точно. Не знаю, как зовут этого спортсмена, но он достаточно хорошую форму показал на этих соревнованиях, и в категории до 70 килограмм, как раз это моя категория, в которой выступал, и он занял там абсолютку, то есть стал абсолютным чемпионом «Мистер Бугласан». Так, ну а дальше я просто ставлю соревнования, все, кому интересны соревнования по бодибилдингу, можете смотреть. Ну а я на этом прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!